Александр Багратович, как вот вы, с каким ощущением приехали в Тарасовку? Знаете, я когда узнал о том, что нас приглашают, у меня уже поднялся пульс. Да, пульс поднялся не от того, что я нарушил режим, а от того, что я приеду и окунусь в ту атмосферу, которая, в общем-то, мне дорога. И сегодня, когда я приехал сюда, мы нас встретили, и мы прошли вот по всем этим помещениям, увидели то, что на самом деле «Спартак», он не стоит на месте, «Спартак» прогрессирует, «Спартак» растет, и «Спартак» хочет быть всегда. Вот даже вот та инфраструктура, которая тут построена, хочет быть лидером даже в этом. Поэтому я сейчас стою и получаю только лишь одно удовольствие. Дышу воздухом, зашел в комнату, в которой, в общем-то, я проживал здесь, посмотрел и почувствовал себя неотъемлемой частью «Спартака». Проживали в те годы, когда «Спартак» после возвращения с первой лиги через год стал чемпионом страны? Да, да. В 79-м году я пришел в команду, и в этом же году мы стали чемпионами. Я считаю, что, не знаю, как говорят, нога легкая моя, может быть, была. Да и вот я сегодня здесь, я считаю, что, может быть, моя нога будет опять так же легкая, и мы, спартаковцы, еще раз добьемся того, что, к чему мы стремимся. Мы стремимся, кстати, быть чемпионами. Говорят, как запряжешь, так дальше и поедешь. В России так говорят. Да. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о предстоящем матче, о старте второй весенней части чемпионата страны. Матч с Краснодаром. Ну, мы только надеемся на то, что мы должны хорошо стартануть. Для того, чтобы хорошо стартануть, надо хорошо сыграть, надо добиться результата. То, в общем-то, на что мы и надеемся, и ждем от команды. И на сегодняшний день вот эта обстановка, о которой я до этого говорил, я думаю, что она позволит сделать то, чтобы команда преподнесла, может быть, вместе со своим тренером сюрприз для всех остальных. То есть мы должны выиграть. Я опять говорю «должны», потому что так оно и должно быть. И считаю, что на сегодняшний день команда готова с тем составом, который у нее есть. И, наверное, то отношение, которое, в общем-то, есть у ребят друг к другу и к тренерскому составу, и также к тренерского состава, к ребятам, оно объединит ребят, и они... Но будем надеяться на то, что мы выиграем. Олег Иванович, сколько времени вы не были в Тарасовке, и ваши ощущения после того, как вы перешагнули порог без привлечения родной базы? Ну, для меня время прошло довольно быстро, потому что я посчитал, так около 30 лет я в Тарасовке был. Здесь все родное, ну, может быть, поменялось обслуживание здесь, я имею в виду обслуга тех людей, с которыми я работал, к сожалению, уже нет. Они ушли многие из жизни, но мне здесь все родное, так и осталось. То есть вы сюда пришли как в родной дом? Ну да, как к себе домой приятно. Спасибо большое руководству, команды, клуба, что меня пригласили, что не забывают, знают, что мне это очень приятно. Уже ни для кого не секрет, что вы встречались с Олегом Георгиевичем Кононовым еще до сборов. И, конечно же, всех интересует, какие советы, может быть, вы дали нынешнему наставнику «Спартака»? Я смотрел его работу в предыдущих командах, начиная с Краснодара. И он строит играющие команды.
что мне всегда импонировало, даже не будучи с ним знаком, симпатии к игре его команд у меня всегда было. И я, честно говоря, очень рад, что мы остановились, спартаковцы, выбор свой на этом человеке. Надеюсь, что у него все получится, потому что он фанат футбола, он фанат игрового футбола, он фанат красивого футбола. Теперь надо только нам терпение и пожелание всего доброго «Спартаку». Олег Иванович, я помню по совместной с вами работе, когда даже после выигрышей вы были недовольны, что команда не показала той игры, которая характерна для «Спартака». Почему-то я уверен, что Олег Георгиевич такого же мнения. Если команда будет выигрывать некоторые матчи, не показав то, на что она способна, то от него тоже похвалы вряд ли она дождется. Были такие моменты, да. Но на первых порах неужели настолько важна игра? Может быть, сейчас на первый план выходит результат? Результат он всегда был на первом плане, но результат при хорошей игре. Ждать, что сейчас мы будем красивый комбинационный атакующий футбол показывать во всех играх, тоже нельзя, потому что разный соперник. Я уверен, что Олег Георгиевич будет под каждого соперника строить свою тактику. Есть команды, которые не уступают нам и физике, и техники, возможно, физически более сильные есть команды. Под каждую команду нужна своя система подготовки и своя структура, что ли, на игру. Я думаю, что все это просчитывается и будет просчитываться. Команда, которая откровенно будет играть от обороны, одна тактика, команда, которая будет играть только на контратаках, другая тактика. И команда, которая захочет играть первым номером, здесь следующая тактика. Все это, я уверен, тренеры разбирают и будут разбирать. Олег Иванович, что бы вы пожелали футболистам в преддверии старта второй части чемпионата? Я смотрел все, что показывали «Спартак» по телевизору. И плохие игры, неудачные, будем так говорить, и хорошие игры. Я считаю, что сейчас всем футболистам нужно сделать одно, и не только футболистам, но и тренерам, руководителям. Все то, что от них зависит, все нужно сделать на 100%. Вот каждый футболист не выше головы прыгнуть, а именно то, что он умеет, должен сделать на 100%. Это касается, в частности, меня. От меня тоже зависит. Я буду ходить на каждую игру. На одного человека на трибуне будет больше. Это маленькое зернышко в общую победу будет. Во все времена футболистов, спартаковцев, красно-белых гнали вперед болельщики. И ведь сейчас очень важно, чтобы поддержка была искренней, от души, и трибуны помогали спартаковцам поймать уверенность, поймать кураж, и те, в свою очередь, ответили бы им взаимностью. А вот от этого никуда не денешься, и с этим бороться не надо. Гнали, гонят и будут гнать. Требовали, требуют и будут требовать самого высокого результата. Этим надо гордиться, что у нас такие болельщики, что они хотят, чтобы мы атаковали, чтобы мы забивали, чтобы мы побеждали. И надо в этом плане идти им навстречу. Это непроизвольно происходит. Будучи игроком, когда выходил на переполненные стадионы, и спартаковцы гнали вперед. Приходилось бежать, хочешь не хочешь, есть силы, нет, но приходилось бежать. С этим бороться не надо. Пусть гонят нас, и пусть ребята бегут. Олег Иванович, собираетесь ли вы еще до конца мая приехать в Тарасовку? Может быть, даже без приглашения, потому что вы на это имеете право. Без приглашения нет. Я очень боюсь... вспоминая свою работу, когда кто-то неожиданно приезжает, и кого не ждали, если будут приглашать, обязательно с большим удовольствием приеду, но без приглашения нельзя. Боюсь помешать работе, боюсь помешать. Ну, а вы еще обещали приезжать на матчи. Можно ли вас будет увидеть на открытии арены? Я сказал, я свое обещание держу и буду держать, конечно, все матчи домашние спартаковские. Я буду посещать и буду в меру моих сил болеть. Ну что ж, общими усилиями мы должны добиться своего. Надеюсь, очень надеюсь, потому что по всем параметрам наша команда
ну, заслуживает высокого места по всем, по организации, по подбору игроков, по тому, как ведется работа. Мы заслуживаем высоких мест. И надеюсь, что они придут к нам. Ну что ж, дай бог, будем надеяться, что спартаковцы порадуют и вас, и болельщиков. А вас почаще видеть и здесь, на базе, и на открытии арены. Сюда приглашаете, буду приезжать, а на открытие арены без приглашения буду приходить. Спасибо. Никита Павлович, очень рады вас видеть в Тарасовке. И я думаю, что вы очень рады были перешагнуть порог этой родной для вас красно-белой подмосковной базы. Ну, я бы сказал, не то слово, конечно, насколько я рад. И, в общем-то, просто много удивлен и много рад тому, что, сравнивая былое время, тут мы тоже находились на сборе, и сегодня. Что сегодня, когда команда готовится в суперсовременных условиях. А мы, если сравнить, здесь находились сараи, которые подвес, понимаете. Но, тем не менее, времена меняются, это абсолютно закономерно. И я очень благодарен руководству, особенно благодарен Олегу Георгиевичу, что он пригласил нас. Вот. Естественно, мы ничего, никаких нравоучений при встрече, если с командой состоится, делать этого не будем. Они знают, как играть в футбол. Они знают, что какие задачи перед ними стоят. Что надо добиваться успеха, надо радовать своих поклонников. Все, а мы только просто пообщаемся, ну, вспомним, расскажем о некоторых вообще приятных событиях и прочее, и прочее. Там, вот так. Никита Павлович, как вам первое впечатление от тренировки «Спартака»? Потому что первое впечатление, оно, как правило, не обманчивое. Ну, знаете, здесь я ничего не могу сказать, потому что все это виднее, прежде всего, главному тренеру, как готовить команду. Это, можно сказать, почти последняя тренировка, может быть, ну, завтра будет еще. Предматчевая. Вот. Предматчевая, да. Поэтому ему виднее. Как бы я готовил, ну, я ему не могу вам сказать, понимаете, как бы готовить перед игрой, но мой принцип, что вы знаете, есть такой принцип, что такое играть на свежести, это в свое время так говорит. Команда должна играть на свежести, бесспорно. Вот. Так что первый матч, он всегда очень важен, очень серьезный соперник. Вот. Конечно, поэтому желаю ребятам удачи. Всегда вспоминаю нашего мудрого наставника Николая Петровича, патриарха, который говорил, даже если команда потерпит неудачу, но проявит в матче все свои усилия, работоспособность, волю к победе. Но футбол есть футбол. И Норов не знаете, что, куда залетит этот его величий футбольный мяч. То болельщик поймет. Но не поймет равнодушие, конечно. И неполная отдача. Вот это вот, что хотел пожелать ребятам. Никита Павлович, я помню те времена, и не только, когда вы были главным тренером, но и Константин Иванович Бесков, и Николай Алексеевич Гуляев. После установки главного тренера слово брал Николай Петрович Старостин. Да, да. Вот как вы думаете, что бы он сказал в воскресенье на установке после слов Олега Георгиевича? Я думаю, сказал то же самое, что я сегодня. Что вы должны проявить максимум усердия, воли, добиться победы. Вот. Но нет равнодушия, нет недоработки. Вот так. Это принцип был Николая Петровича. Понимаете? Поэтому, конечно, не скрою, что установка установкой, но мы придавали огромное значение тем словам, которыми обращался Николай Петрович к нам.
Это нас поднимало, нас вдохновляло, нас мобилизовало. На минувшей неделе был день рождения Николая Петровича, 117 лет. Вы под его руководством неоднократно выигрывали и чемпионат страны со «Спартаком», и Кубок Советского Союза. Может быть, вы вспомните какие-то эпизоды, когда именно слова Николая Петровича были ключевыми на установке после слов главного тренера? Да нет, ну это можно сказать, в каждом матче, понимаете. Я могу только привести пример 62-го года, вот, поскольку была серия неудач. У нас была серия неудач. Ну и нас, в общем-то, вызвали на ковер, значит, городские, значит, профсоюзы, да, Крестьянин же был вот, руководителем московских профсоюзов. Ну и весь центральный совет, центральный российский городской. Вот. Нас, в общем-то, там потрепали очень прилично, раскритиковали. Вопрос стоял чуть ли не о нашем освобождении. Наконец, Абуков, так, если вы помните, наш центральный российского совета «Спартака», вступился и сказал, что, а кого мы назначим? Тогда нам говорят, что мы даем вам испытательный срок, у вас вот следующая игра в Ташкенте с «Пахтакором», значит. Вот так. Мы приехали в Ташкент. Игру назначили в 3 часа дня в дикую жару, 40 с лишним градусов. И мы первой половине проиграли 0-2. Да, и что сказали Николаю Петровичу? Чем вам помочь? Это вот на этом совещании, о котором я говорил. Дедушка сказал следующее. Нам ничего не нужно. Дайте нам спокойно работать, и мы выправим ситуацию. Все. И вот 0-2. Пришли в раздевалку. Ну, что мы сказали, что... Ваш сегодняшний сложный враг – это климат, жара и прочее. Сумейте пересилить, вот только мы вам желаем. За 9 минут второго тайма команда забила 3 мяча. Могла забить еще. И пошла беспроигрышная серия, и мы стали чемпионами. Понимаете? И вот когда Николай Петрович обратился к Кузину, сказал, Василий Анисимович, вот вы нас, понимаете, хотели снять, вы нас вообще унижали там и так далее, а мы стали чемпионами. Ну, руководитель себя брал, Николай Петрович, а вот если бы вас не пропесочили, вы бы не сделали бы. Вот это был дед, понимаете, поэтому его слова, в общем, поднимали нас, конечно, бесспорно. Бесспорно. Это уникальный человек, равному которому, конечно, нет. Так же, как приезжал на каждую установку и Андрей Петрович, который был руководителем спортивных игр в Центральном совете «Спартака». Так что вот такие были люди. Никит Павлович, ходят разные версии. Помните игру с ростовским СКА на кубок, когда Гена Логофет за считанные секунды до финального свистка сравнял счет, и на следующий день должна была быть переигровка. Вопреки, говорят, логике, и у нас, как бывает, прав, понимаете, не тренер, а игрок. Да, спасибо. Вот. Я там близится матч к концу. И Гешка Логофет вбрасывает аут. Силагадзе. Ну, времени-то уже, время на исходе. Я со тренерской, значит, кричу, делай передачу. И вдруг Силагадзе отдает обратно пас Геннадию. Геннадий оттуда простреливает. И Кудасов, по-моему, был. Лев Кудасов пропускать. Вопреки логике. Прав были игроки, а не главный тренер. Так что вот так. И тогда Николай Петрович сказал, вы только что встали, или вы все-таки сказали, вы только что встали из гроба, и не дай бог вам завтра снова туда попасть. Да, а завтра была переигровка. Да, завтра была переигровка, конечно. Потому что такие вот примеры были, что же. И ваши пожелания болельщикам и игрокам на матч с Краснодаром.
Болельщикам я только одно пожелаю. Верить в команду. Не поддаваться никаким посторонним слухам там и так далее, которые, к сожалению, имеют место. У меня даже на этот счет вот, что-то есть и дискуссия, понимаете, с моим внуком. Вот, потому что команда – это семья. Команда – это семья. И команда хочет побеждать. И, конечно же, я то же самое, если у нас будет встреча, скажу и ребятам команде. Я хочу поблагодарить команду, что она в трудные для Глушакова время и моменты, они его поддержали. Они его поддержали. Потому что команда – это единая, команда – это семья. Вот. Так что всегда удачи. Ну, еще раз хочу повторить слова Николая Петровича, что если команда проявит максимум усилий, отдаться целиком и полностью в игре, но потерпит неудачу, болельщик поймет. Но не поймет равнодушие, не поймет неполной отдачи. Вот то, что хотел пожелать ребятам. Спасибо, Никита Павлович. И последнее хочу сказать слова Андрею Петровичу Старостину, чтобы знали те ребята, что это для меня святое. Спартак отныне и во веки веков.